Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Том, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка отведем нашего Тома в ванную комнату. Пусть пока делает свои дела. Вот такой вот замечательную желейную шерстку мы надели нашему Тому благодаря вашим комментариям, отзывам. Очень хорошо. Кроме того, вот эту еще надели чудесную футболку с изображением Хэнка. Отлично, друзья. Итак, наш Том сделал свои дела. Очень хорошо. Ну, давайте-ка, друзья, немножко его помоем, потрем, чтобы он был почище, покрасивее у нас. Вот так, замечательно, замечательно. Итак, хорошенько помылили нашего Тома. Ой, бедняжка, хочет к суши. Ну, здорово. Ну, коты очень любят рыбку, а наш котик захотел суши. Ну, здорово, здорово. Итак, друзья, давайте-ка найдем нашему Тому какую-то вкусняшку, либо рыбу, либо суши, возможно, даже тортик. У нас сегодня есть, друзья, два именинника, и мы обязательно их поздравим. Итак, вот, смотрите, друзья, есть чудесный кусочек торта. И давайте-ка поздравим сегодняшних двух именинников. Пожелаем им счастья, удачи, здоровья, всего наилучшего и удачи во всех их делах. Итак, друзья, сегодняшние именинники у нас Иван Овчинников и Анюта Валиева. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашего котика Томы и лучшие пожелания. Еще передаем, друзья, всем подписчикам и всем зрителям большущий-большущий привет от нашего Тома. Кто, друзья, еще хочет, чтобы Том передал привет, пишите в комментариях, и мы обязательно передадим. Ну, здорово, здорово. А теперь в честь именинников давайте-ка скушаем вот этот кусочек тортика. Да, 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 здорово. Отлично. Еще наш котик хотел суши. Давайте-ка поищем, есть ли у нас суши. Вот, да, да, дадим еще котику еще суши. Ну и закусим это все вот этими чудесными блинами с медом и маслом. Да, да, здорово. Отлично, друзья. Итак, 100% накормили нашего Тома же вот этого прикольного желейна. Очень здорово. А сейчас, друзья, давайте-ка поднимем ему вот так настроение. Очень хорошо. Хороший, хороший, хороший. Посмотрите, какой красавец. Здорово, здорово. Вот такой получился у нас симпатяшка. Замечательно, друзья. Отлично. Очень, очень хорошо. Ну, здорово, друзья. Отлично. Все у нас здорово получилось. А теперь, друзья, давайте-ка перейдем с вами в гардероб. Снимем вот эту чудесную желейную шерстку. Отлично. Кроме того, уберем вот этот костюм Хэнка. И снимем вот эти замечательные зеленые глазки пришельца. Итак, друзья, напоминаем тем, кто еще не в курсе, у нас каждый день происходит голосование. То есть вы смотрите, какие подсказки шерсти вам нравятся. Вот пишите в комментариях, и согласно ваших комментариев и отзывов, я в следующем видео снимаю видео с новой шерсткой, которая набирает больше голосов. Ну, соответственно, если она выиграет, опять обнуляется до нуля. И сегодня, друзья, у нас патовая ситуация, потому что вот есть три шерсти, которые набрали поровну голосов. Нет ни одной шерсти, которая вырвалась лидером вперед, а все шерсти набрали одинаково. Итак, друзья, открываю статистику, которую я суммирую и посчитаю благодаря вашим отзывам и комментариям, и смотрю. Итак, итак, друзья, наибольшее количество голосов у нас набрали три шерсти. Это шерсть культурист, шерсть белый тигр и еще кибершерсть. Они набрали одинаковое количество голосов, по 6 голосов. И вот на этом, друзья, почему-то и остановились. В прошлой части очень много набрала желейная шерсть. Итак, вот победители нашей сегодняшней игры. Ну, конечно же, мы только с одним из этих снимем. И, наверное, друзья, давайте-ка сделаем сегодня видео с белым тигром. Что-то давно я вот этого не снимал видео с белым тигром. Поэтому давайте-ка сегодня пусть наш Том будет вот таким вот чудесным, милым белым тигром. Ну, и сейчас, друзья, давайте-ка к этому белому тигру подберем глазки. Интересно, как я же им пойду. Смотрите, как здорово выглядят голубые. Вот такие вот няшные, красивые, классные глаза. Так, красные не очень. Оранжевые мне тоже не особо нравятся. Желтые тоже довольно-таки симпатичные. Серебряные неплохо. Золотые здорово. Но, тем не менее, голубые, мне кажется, наибольше им подходят. Вот зеленые глаза пришельца. Киберглаза. Робоглаза.
Зеленые и голубые. Нет, друзья, давайте-ка мы остановимся на голубых. А вам, если, друзья, больше нравится культурист, либо шерсть, кибершерсть, вы напишите в комментариях, и завтра, который из этих двух шерстей больше наберет голосов, стой, и мы будем снимать видео. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка посмотрим, какая же одежда может лучше подойти к нашему белому тигру Тому. Итак, смотрим, смотрим. Очень забавные, интересные есть шерстки. Так вот симпатично, довольно-таки неплохо. Очень-очень даже забавно, друзья. Отлично, смотрим, смотрим, выбираем, друзья. Пишите, какая одежда и какая шерстка лучше подходит нашему Тому. Вот так здорово. А смотрите, как здорово вот эта шерсть плохого парня подходит к нашей шерстке белого тигра. Так замечательно, замечательно. Очень-очень симпатично, друзья. Здорово. Итак, очень-очень неплохо, очень даже здорово. Друзья, и мы вернулись на начало. А сейчас давайте-ка попробуем подобрать какую-то забавную либо шапочку, либо прическу, чтобы пошло к нашему белому тигру. Итак, смотрим, смотрите, какой прикольный парик блондинки для кошечки. Неплохо, неплохо, неплохо. Итак, друзья, рассматриваем разные варианты. Посмотрим, что же может подойти здорово к нашему Тому белому тигру. Вот такие вот есть забавные варианты. Есть из чего выбирать, друзья. Смотрим, смотрим, смотрим. Да, да, очень-очень здорово, очень-очень забавно. Получаются интересные варианты. Так, смотрим, смотрим, что здесь еще. Вот эта светлая мастришка очень здорово идет к нашему Тому белому тигру. А смотрите, как здорово пират выглядит. Тоже неплохой вариант. Да и волшебник, полицейский белый тигр, военный белый тигр, ниндзя белый тигр. Здорово, здорово. Рыцарь белый тигр. Вот так, вот так. Замечательно, замечательно. Очень неплохо, очень здорово. Есть классные варианты. То есть пишите, какие вам нравятся, друзья. Отлично, отлично, отлично. Замечательно. А смотрите, как здорово фуражка подходит к белому тигру. Отлично, друзья. Ну, а сейчас давайте-ка попробуем еще разные маски и все возможные очки. Вот так вот. Очень-очень интересно. Здорово. Ох, как забавно. Замечательно. Ага, вот еще черный визор, а вот это синий визор. И очки для вечеринки тоже довольно-таки неплохой вариант. Ну, что я скажу, друзья. Давайте-ка мы пока оставим нашего белого тигра и попробуем ему подобрать что-то интересное. Кстати, друзья, давайте-ка посмотрим наше задание сегодняшнее. А сегодняшнее задание — смени ковер ванной. Ну, здорово, друзья. Давайте-ка мы пока подберем комнату к нашему гостиную, к нашей шерстке белого тигра. Итак, друзья, давайте-ка выберем гостиную. Так, что же подает нашему белому тигру? Космический стиль, не очень футбольный, возможно. Современный, королевский, вот такой вот розовый, няшный, жуткий. Да, трудно сказать, новогодний, возможно. А вообще-то, друзья, слушайте, действительно, в новогодний стиль, возможно, действительно, белый тигр бы неплохо подошел бы к новогоднему стилю, либо к современному. Давайте-ка, друзья, для него сделаем новогодний стиль. Притом есть год белого тигра в знаках, со знаками зодиака. Ну, возможно, это будет здорово. Так, ну давайте-ка посмотрим. Вот действительно подберем вот такой вот забавный новогодний стиль. Посмотрим, как это все будет смотреться. Так, 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 вот так. Здорово, здорово. Вот. Отлично, и еще выберем какие-то... Ага, нет, не будем мы кристалл трогать, кристалл мы оставим, а вот сделаем какие-то необычные обои новогодние. Ну, новогодние, наверное, скорее всего, это будут обои со снежинками. Ну, давайте-ка, друзья, посмотрим вот такой вариант, что из этого получится. Вот такой вот получился белый симпатичный тигр в новогоднем... вот таком окружении. Здорово, здорово, друзья. Давайте-ка мы еще на кухне все попробуем проделать в новогоднем вот таком чудесном стиле. Отлично, отлично. Итак, смотрим, смотрим, друзья, выбираем. Вот, выберем вот такой вот чудесный холодильник в виде снеговика.
Вот обои поменяем, здорово. Ага, новогодний стол поставим. И еще выберем какое-то новогоднее окошко. Вот новогодний вид. Смотрите, друзья, как здорово. Отлично, отлично. Еще в ванной комнате давайте-ка внесем изменения. Итак, поменяем жуткий унитаз на вот такой новогодний туалет-камин. Здорово. Заслонку тоже мы поменяем на новогоднюю дверь. Отлично. Плитку сменим. Так, на новогодний кафель. Замечательно. И еще дорожку поменяем. Вот так. Замечательно. Да, друзья, и мы сегодня выполнили задание. У нас награда 240 монет, так что очень радует. Отлично, друзья. Замечательно. Очень приятно получить награду, конечно же. Здорово. Итак, давайте-ка посмотрим, что из этого получилось. Очень-очень здорово, очень-очень симпатичный. Вот такой вот у нас сегодня получился белый тигр Том. Здорово, здорово, друзья. Итак, давайте-ка еще в спальню внесем изменения. Давайте-ка поменяем вот эту жуткую койку на новогоднюю кровать. Здорово, друзья. Кроме того, еще фонарик. Давайте-ка поменяем на вот такой вот чудесный новогодний фонарик и белье сменим. Вот такая вот чудесная новогодняя постель. Очень хорошо. Кроме того, еще поменяем новогодние снежные обои. И вот эту жуткую дощечку мы тоже поменяем, поменяем, поменяем. Ага, вот был новогодний носок. Давайте-ка мы его, друзья, и оставим. Итак, вот такой вот чудесный, симпатичный у нас получился белый тигр Том. Здорово, друзья. А сейчас, друзья, давайте-ка мы с вами вернемся в гостиную. Один из подписчиков просил сыграть в игру «Межпланетные прыжки». А вы, друзья, пишите в комментариях, какие хотите, чтобы мы сыграли мини-игры. И с удовольствием мы с вами играем. Итак, друзья, давайте-ка попрыгаем в межпланетных прыжках. Попробуем, друзья, сегодня побить рекорд. Итак, отправляемся на планету Сад. А с планеты Сад на какую-то вот фиолетовую планету с пещерами. Здорово, прыжок, желтая планета. А здесь нужно быть осторожными. А смотрите, какая забавная фиолетовая. А здесь красная планета пятнышко. О, планета лабиринт. Очень здорово. Итак, перепрыгиваем. Дальше вот так, замечательно. Ох, смотрите, друзья, как здорово получилось. Итак, прыжок. Отлично, очень здорово. И опять мы прыгаем на планету лабиринт. Очень здорово у нас все получилось. Вот так. Вот, фух. Вот такая вот забавная голубая планета. Но сначала давайте-ка мы прыгнем на вот эту красненькую, а с красненькой на вот эту розовую и зеленую. Вот так, замечательно. Итак, друзья, очень хорошо. Хороший вариант. И мы продолжаем движение. И еще прыжок. Вот, чудесно. Это какая-то планета пазл. Здорово. Итак, продолжаем прыжки. Вот. Немножко было опасно. Ага, вот смотри, это, смотрите, планета с островами. Очень здорово, вот так очень симпатично. Итак, дальше прыгаем. Ай-яй-яй-яй, друзья, улетел наш Том в космос. Ну, как-то вот так получилось. Ну, ничего, довольно-таки неплохой вариант. А сейчас, друзья, давайте-ка мы полетим нашим Томом в путешествие и посмотрим, куда же сегодня попадем. Итак, друзья, вперед, полетели. Ой-ой. И мы попались сегодня в Тринидад и Тобаго. Вот такой вот оказался там забавный и черный котик Том с королевской шапкой. Тринидад и Тобаго. Вот смотрите, друзья, вот такой вот забавный Том в королевском стиле, но в современном костюме. Вот классическом. Здорово, здорово. Вот такой вот замечательный сегодня получился у нас котик. И у нас уже, друзья, 137 посещений. Через 13 посещений мы уже выиграем вот эту замечательную фуражку пилота. Никак не дождусь, когда мы ее получим. Здорово, здорово, друзья. А на этом, друзья, мы уже и будем прощаться. Наш Том немножко устал. Вот так. Итак, отвели мы его. Итак, друзья, другие приключения нашего Тома смотрите в плейлиста. В конце видео будет ссылочка. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Итак, друзья, всем пока-пока. До новых встреч.